хорошие, с вами Селена Свей. И я как повторушка-мушка за всеми повторяю. В общем, кто знает, сейчас очень модно стало пользоваться детской косметикой. И я, вспомнив детство, купила себе Monster Girl. Искала вообще очень долго вот этот набор. И я тоже хочу попробовать накраситься детской косметикой. И вообще, и, честно говоря, я думала, что детская косметика ничего не красит. Но... как я увидела некоторые видео, оказывается, она красит, и еще красит, извините меня, очень круто. 3 года, если ребенок так накрасится, то вообще его можно никуда не пускать. Ну, я бы своего ребенка не ругала, конечно. Сейчас откроем наш Monster Girl и посмотрим, что там внутри. Потому что я его даже еще не открывала. Я специально нанесла на лицо только корректор. Я как ребенок. Ух ты, ух ты. Смотрите, какой он красивый. Я на самом деле много разных наборов там поперебирала. Мне хотелось, чтобы было максимально. Почему-то я искала везде тушь, представляете, для детей. Потом догнала, что, наверное, для детей тушь это уж слишком было бы. Смотрите, вот оно. Вот так. Видите, это у нас тени, блески, лак. Мы будем с вами и ногти красить. Мне интересно, как она собирается. О, какая красота. А это не собирается. Блеск мешает нам. А, здесь нужно снять. И в чем дело? Да, тут нужно снять, короче. В общем, у нас будут вот такие с вами тени, блестящие. Я купила блестки, потому что как раз-таки у меня нет вообще блесток для глаз. Я хотела попробовать, может быть, потом я их буду использовать, потому что вся косметика, это что очень хорошо для детей, она гипоаллергенная. И то есть смывается водой. Мы заодно проверим, мне очень интересно проверить эти блестки, может, я буду ими пользоваться в ходу потом. А, значит, тут у нас тушь. Сейчас мы попробуем. Какая тушь. Тут у нас блески для губ, лак и вот это что-то непонятное. Я не знаю, что это. Сейчас посмотрим. Надо открыть. Ой, все запечатано, так, чтобы ребенок не пробрался точно. Без мамы, ну никак. Чтобы только под маминым контролем красился ребенок. Сейчас посмотрим, насколько все это свежее. Я покупала это на нашем рынке, на классике. Кто знает уже, это много чего покупала. То есть это значит, что это можно, скорее всего, на Алиэкспресс купить. Если вдруг кого-то заинтересует. Я хочу понюхать помаду. Ну, вроде красит фиолетовым, но запах вообще ноль. Ноль запаха. Давайте посмотрим, что это такое. Вообще не пахнет ничего. Что это, интересно? Может быть, блеск для губ? Короче, она бесцветная вообще. Просто красивая штука какая-то. Непонятно что. Самое интересное, знаете что? Что почему-то здесь, вот в этой вот части, видите, лежит аппликатор для теней. Я не знаю, что они пытаются с детства обмануть детей. Аппликатор? Аппликатор это для теней. Он должен быть здесь. Он здесь есть. Но тут... непонятно, что это. Ладно, начнем. Давайте возьмем для начала тени. Эти блестящие тени. И скорее накрасим глазки. Так, я беру аппликатор. Ну, возьму как раз таки вот аппликатор. Какого цвета? Какого цвета? Давайте. Какой цвет? Крис, какой цвет? Детский и розовый. А губы у меня будут тоже розовые. Может, что-то другое? Может, синий? Вы видали? Это блеск, он только сверху. А внутри, как, видите, вазелина, наверное. Короче, я думала, они будут такие насыщенные. Печаль какая. Представляете, я такой ребенок. Дорвался до косметики, синий глаз. Так, ну, я типа ребенок, типа не умею красить, да? Короче, начинаю просто красить по всему веку. Такой ребенок, который хочет. Вот, мама, я умею краситься.
что-то есть, да? Ну, я возьму побольше. Естественно, я ребенок, который не будет краситься, знаете, там немножко. Мама отвернулась, я сейчас накрашу. Ну, блин, ну нету сплошняка, вы понимаете? Вот это меня, короче, расстроило. Я думаю, что ребенок вот так вот это глаза накрасит. Может, я недооцениваю наших детей? Но я думаю, что он так накрасит глазки. Ну, я вот как ребенок, вот если бы я, да, вот так вот накрасилась, я бы, короче, вот так вот расстроилась, что нет блеска сильного. Я, короче, бы мазала, пока не вымазала всю палетку, чтобы он был плотный. Вот так вот, да? Вот как-то вот поплотнее, чтобы был цвет. И все равно его как-то нет. Гоша, это все. Это не для губ. Как это губ? Аппликатор для теней. Ты думаешь? Все гелевое. Моя подруга говорит, что я блеск для губ накладываю на глаза. Она говорит, здесь нет теней. А я ее уверяю, что то, что я сейчас накладываю на глаза, это тени с блеском. Не, а что это за блески такие? Ой, что это за такие помады с блеском? Ну вот, а на глазах эти блески должны быть. Я даже еще вот под низ делаю. Слушай, может, ты права? Представляете, блеск для губ накрасила на глаза. И такие жирные глаза у меня получились. Нет, ну здесь же... Ну не может быть это все блесками для глаз. Давайте помаду попробуем. Две помады есть. Красная, есть фиолетовая. Какую, Крис? Что ты все классическое берешь? Ну, фиолетовый, у тебя глаза синие, конечно. Ну ладно. Сейчас модно по два цвета. С одной стороны, один, с другой стороны. Это ребенок. Крутой ребенок, да? Девочки, напишите, кто бы вот такого ребенка выпустил бы на улицу, если бы она... Вот вы купили набор вот такой вот. И ребенок вышел на улицу погулять. Ну все. Тётя ребенку довольствоваться только вот тенями, да. Лак не взбалтывается нифига. Вообще не пахнет. Лак не пахнет. Ири-ри-ри. Лак смывается водой. Наверное. Клево, это, то есть это можно мазать вот так вот. Слушай, надо попробовать. Может походить с таким лаком? Цвет неплохой, кстати. Такой перламутровый, розовенький. Мало, правда, это все. Это рассчитано на детские пальчики. А у меня уже пальцы. Мне же целых 50 лет. Да, Крестюшенька моя, представляешь, мне дают. Меньше, чем тебе на самом деле, да? Мне дают, да. Обманываешь. Смотрите, как красота. Тра-та-та-та-та-та-там. Тра-та-та-та-та-та-там. Мне кажется, я отличный ребенок. Может быть, еще какой-нибудь цвет добавим? Что-то мало у нас блеска, мне кажется. На глазах. Может, зеленые. Ой! Вы видели? Смотрите, какая прелесть. Это чтобы Вика слепилась. Как они классно у меня это. Скатались. Хотя база была там. Сейчас я еще зелененький сделаю. Скатались. Блин, может это правда? Ну вот смотрите, это же вазелин. Вот. Как будто вазелин с блестками просто. Ну неужели это блеск для губ был? И я все испортила снова. Мне нельзя доверять детскую косметику. Я опечалилась. Вообще я искала вот много наборов, и я вам скажу, что в основном в наборах. Что
хочется сделать, прям я не знаю. А в основном в наборах. А давайте красный вот этот попробуем сделать все-таки на губы. Глянь, как засияло все. Кисточку, да. Кисточку в жопу. Да я думаю, ребенку так тоже попробует с кисточкой дрочиться. Скажет, да ну нахер. А ты это сделай, как он называется. Хайлайтер! Придет ко мне ребенок и скажет, мама, мама, я, короче, накрасилась. Я говорю, Ребя, а где хайлайтер? Какой хайлайтер, скажет? Мама твоя осень любила хайлайтеры, и все ее подписчики об этом знают. Используют для хайлайтера вот этот серебристенький. И доченька моя возьмет пальчиком, естественно, и пошла, она уже задралась, а это все делает кисточкой. Ну что, блестит нормально. А потом, вот, кстати, ну и что я и говорю, да, что ни в одних наборах не было ни туши, не было ни румян. Вот я прошла, я этих наборов 15 штук пересмотрела. То есть, либо тени, ну такие без блеска, но я решила, чтобы посияло. Ну, хайлайтер, да? А над губкой хайлайтер, ты, доча, забыла? Доча, оп! Доча забыла повторять. А на носе как мама учила. Корректор тебе еще рано. Пользуйся так характером. Пусть лицо сияет. Да, и вот, не было румян. Я о чем говорю. И я говорю, доча, а румяна? Это вообще одна из основных вещей для девочки. Возьми, выбери один из вот этого. Это будут либо розовые темные на вечер, либо розовые в садик. Ну, уже вечер. Мы такие баловные с ней вечерами, короче, сидим. Мы накроем. Какая мерзость. Ну, дочь моей все равно. Потому что это впервые в жизни. Я и купила косметику. Да, короче, девчонки, набор на самом деле есть все. Что вам нужно? Румяна. Именно монстр. Именно монстр. Потому что набор называется Monster Girl. И в принципе до слез, Кристина. И в принципе я должна быть похожа на монстра, а не на девочку, которая вдруг дорвалась до косметики. Давайте, раз уж мы пустили во все тяжкие! Намажем глаза губной помадой! Как карандаш? Как помада, карандаш? Кристина, ты меня до слез довела. Посмотри. Посмотрите, какой это ужас. Ты так видишь, вставляешь? Нет, конечно, я все это оставлю за кадром. Я хочу яркие глазки. Губы видно, глаз нет. Это не красит, убери.
Что-то не красит эта помада. Ну, конечно, тут уже со слезами все вперемешку. Нет, у меня стал отлив какой-то. Мам, я красивая! Конечно, доченька. О чем ты? Ты монстр гёл. Я тебя люблю. Я тебя люблю такой, как это есть. Ладно, теперь давай дитя мое займёмся твоей прической. Да ладно, мы не будем особо заниматься, но я просто скажу своей дочурке, чтобы она распустила волосы. Так будет закончено. Так будет ее образ закончен. Вот, мои дорогие, в общем, поржала я от души. Всем, кому понравилось и было смешно, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами была я, Селина Свей. До новых встреч. Я надеюсь, от меня не отпишутся люди. Офигеть. Так весело мне не было давно. Видите, конечно, от этого такое удовольствие не получали. Блин, ну, конечно, с блесками просто. Вот реально на... Сверху блеск такой яркий, а внутри херь какая-то. Было весело.